водородная противотанковая пушка, которая может использоваться как легкий плавающий танк. So here we can see the light swimming tank. Название этой машины Sprut. The name of this machine is Sprut. Основная особенность этой машины в том, что на ней установлено танковое вооружение на легком шасси. So here we can see the tank armament on the light chassis. Значит, эта машина весит без дополнительного бронирования 18 тонн, с дополнительным бронированием 21 тонн. Without additional armory, the weight of this tank is 18 tons, and with the additional armory, it's 21 tons. И даже с навесной броней эта машина может плавать и вести огонь по тому. Even with the additional armory, you can use it. You can use this tank. You can fire with this tank, and it also can fire while swimming. Также эта машина может использоваться в высокогорье до 4500 метров. Also, it can be used in mountains up to 4.5 meters. 4.5 kilometers. У этой машины также имеется переменный клиренс, изменяемый клиренс от 100 миллиметров до 500 миллиметров. Also, here you can see the changeable clearance from 100 to 150 millimeters.